Соник телефон. Соник Филомена, к чему снится телефон во сне по Сонику? Сон про телефон предвещает общение с малознакомыми людьми, способными навлечь на вас множество неприятностей и повернуть ваши планы в другое русло. Толкование по популярным сонникам, все сонники. Разбить телефон, разговаривать по телефону, потерять телефон, найти телефон, звонить по телефону, уронить телефон во сне, уронить на пол телефон во сне, отказ от лживых слухов, несогласие следовать неразумным советом и попусту тратить время и силы на дела, недостойные внимания. Искать телефон во сне. Сонник советует понимать сюжет, в котором вы искали телефон, буквально и дает указания на необходимость искать что-либо или кого-либо, например, идею для бизнеса, вторую половинку. При удачном завершении дела благоприятный исход событий может ожидать вас и наяву. Мобильный телефон, новый телефон, к чему снится сотовый телефон. Сотовый телефон во сне ассоциируется с движением, общением и другими связанными с ним аспектами. Подумайте о внесении изменений в реальную жизнь, которые помогут разнообразить будни. Приснился сломанный телефон. Увидеть во сне сломанный телефон – проекция вашей привычки избегать проблем вместо их решения. Вы воспринимаете трудности поверхностно, хотя стоило бы попытаться увидеть полную картину происходящего. Возможно, все гораздо серьезнее, чем вам кажется. Приснился старый телефон. Старый телефон Соник объясняет скорой встречей с недоброжелательностью и неискренностью, подстерегающей со стороны одного из членов вашей семьи. Украли телефон. Покупка телефона во сне. Покупку телефона Соник объясняет вашим желанием проявить инициативу и побыть за главного. Для осуществления планов и контролирования хода событий следует все успевать и не откладывать решение дел в долгий ящик. Подарили телефон во сне. Если во сне вам подарили телефон, ожидайте скорых перемен в будущем, на которые вы не сможете повлиять и которые пройдут без вашего участия. Все случится независимо от вашего желания что-либо изменить или исправить. Телефонный звонок, номер телефона Сонник, оракула, рация, факс, автоответчик, беседа, дозваниваться, одна, читать, далее, стрелка направо. Тема сна, техника видео, к чему снится телефон, что вы делали во сне с телефоном. Уронить телефон во сне, уронить на пол телефон во сне, отказ от лживых слухов, несогласие следовать неразумным советам и попусту тратить время и силы на дела, недостойные внимания. Искать телефон во сне. Сонник советует понимать сюжет, в котором вы искали телефон, буквально и дает указания на необходимость искать что-либо или кого-либо, например, идею для бизнеса, вторую половинку. При удачном завершении дела благоприятный исход событий может ожидать вас и наяву. Какой телефон вам приснился? К чему снится сотовый телефон? Сотовый телефон во сне ассоциируется с движением, общением и другими связанными с ним аспектами. Подумайте о внесении изменений в реальную жизнь, которые помогут разнообразить будни. Приснился сломанный телефон. Увидеть во сне сломанный телефон – проекция вашей привычки избегать проблем вместо их решения. Вы воспринимаете трудности поверхностно, хотя стоило бы попытаться увидеть полную картину происходящего. Возможно, все гораздо серьезнее, чем вам кажется. Приснился старый телефон. Старый телефон Соник объясняет скорой встречей с недоброжелательностью и неискренностью, подстерегающей со стороны одного из членов вашей семьи. Что произошло с телефоном во сне? Покупка телефона во сне. Покупку телефона Соник объясняет вашим желанием проявить инициативу и побыть за главного. Для осуществления планов и контролирования хода событий следует все успевать и не откладывать решение дел в долгий ящик. Подарили телефон во сне. Если во сне вам подарили телефон, ожидайте скорых перемен в будущем, на которые вы не сможете повлиять и которые пройдут без вашего участия. Все случится независимо от вашего желания что-либо изменить или исправить.